В Ангарске в преддверии Нового года несколько семей получили ключи от новых квартир. Ранее они проживали в аварийных домах. Их переезд стал возможным благодаря муниципальной программе переселения граждан. Наша съемочная группа вместе с представителями окружной администрации побывала в гостях у новоселов. Новый год в новых квартирах – такая заветная и давняя мечта сбылась накануне самого волшебного праздника у семьи Майоровых. Очереди на переселение из аварийного жилья они ждали не один год, и, по словам супругов, их радости нет предела. Рады, 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 рады. Очень рады. Прелесть вообще. Прелесть, конечно. Ни ремонт делать не надо, ничего. То есть заезжай и живи. Все рядышком, остановки. Поздравить новоселов с долгожданным переездом приехали представители окружной администрации. И, конечно же, не с пустыми руками. Да, давайте. Пожелаю вам всем спасибо. Благ. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Давай. Хорошо учись. И все у тебя будет классно. Всем спасибо большое. Снова спасибо большое. Спасибо. Вместе с супругами Майоровыми такой же фантастический подарок в уходящем году получила и чета Зыковых. По словам хозяйки Анастасии, новую квартиру она уже обустроила. Много лет ее семья жила в аварийном доме без удобств в микрорайоне Новый Четвертый. А теперь у них современная жилплощадь со всеми коммуникациями, да еще и в новостройке. Какую вы дали вам квартиру? Я приехала, конечно, сразу все очень понравилось. То есть обои, линолеум, двери, сантехника, даже вот плита электрическая уже здесь была новая. Угу. Мойка тоже была, но поставили свой гарнитур. То есть купили только мебель, заехали и живем. В этом году для переселения жителей округа из ветхого и аварийного жилья приобретено 43 квартиры общей площадью почти 7000 квадратных метров. Для улучшения жилищных условий в городе нефтехимиков действуют 5 проектов. Один из них – переселение граждан. По региональной программе новые квартиры получают жители тех домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Отметим, из-за того, что рыночная стоимость квартир превысила сумму субсидии, предоставленную областью, депутаты Думы Ангарского округа выделили дополнительные средства на приобретение жилья. Андрей Иванов, Оксана Крикунова, Олег Левченко. Местное время.